Дамы и господа, всем привет, с вами Алекс, вы на канале Не Тормози. Сегодня мы специально по сотням, наверное, даже десяткам сотен, тысячам ваших заявок нашли тюнингованный луазик. Это луаз, в котором установлен двигатель от шестерки, или от семерки, или от чего-то там, в общем, жигулевского. Стоят на нем вот такие большие колеса, которые прикручены на 5 болтов. И будем мы его сегодня сравнивать с моим патриотом, с еще парой патриотов. Особенность моего УАЗика заключается в том, что в нем установлен передний самоблокирующийся дифференциал. Вообще прям задымился. Дифференциал винтовой, самоблокирующийся, 50%. Поставил я именно винт, так как он не влияет на управляемость автомобиля, то есть вам не мешает, а на бездорожье очень хорошо помогает. Что мы сегодня, собственно говоря, будем выяснять. Есть у нас также УАЗик сзади стоит, тоже новый, с имитациями блокировок. Посмотрим, есть ли какая-то разница. Есть Патриот просто без блокировок, так что сегодня все возможные вариации УАЗиков против Луазика вы увидите. Блокировку я выбрал фирмы Val Racing. Как проходила установка, вы сможете посмотреть на нашем втором канале по ссылочке под этим роликом. Именно Val Racing я выбрал, потому что в нем есть новая их разработка, 8-сателлитная муфта комфорта. Она помогает действительно качественно ездить. Очень хорошо блокировка была упакована, выглядела легко, подошла на УАЗик, то есть не пришлось ничего модернизировать. Все встает в заводские места. Ну и плюс это реально рекомендация прям, наверное, 95% джиперов именно эта компания. А предоставила нам блокировочку компания 4x4 Sport. Наши новые партнеры, часто будут они встречаться в наших роликах, будут они мне присылать различные тюняшки на мой Патриот, будем его наворачивать. Со временем вы увидите, что можно сделать из обычного городского Патриота, стандартного, в условиях доработок. То есть машина, по идее, должна ехать прям ого-го как. Специально для зрителей нашего канала будет одна очень интересная акция где-то в процессе ролика. Я скажу кодовое слово, которое со временем вы сможете ввести на сайт 4x4 Sport. Ссылочка также будет под роликом. И получить очень клевую скидку на сайте, где и так, на самом деле, все не особо дорого, на всю продукцию. То есть смотрите ролик, слушайте кодовое слово, переходите по ссылке под данным роликом и получайте хорошую скидку. Ну а мы начинаем. Приехали к первому такому супер лайтовому испытанию. Небольшой такой пожарный ровчик. Попробуем через него проехать по диагонали. Посмотрим, как работают блокировочки на наших машинах, имитации блокировок и как проедут те, у кого блокировок нет. Дальше будем в более сложные места уже спускаться вниз, ближе к речке. Едем мы, кстати, вдоль речки, вдоль Тверцы мы едем. Так что будет много интересного. Все, погнали. Так, первое препятствие. У меня стоит самоблок. Сейчас посмотрим, как он срабатывает. Совершенно без труда, накатиком я данное препятствие преодолеваю. Ну, в принципе, что и следовало ожидать. Кстати, особенность самоблока, когда блокируются передние колеса, машину начинает стаскивать в бок, так как буксуют оба колеса. Когда самоблока нет, такого нет. Вот, сейчас уже начинает. Вот, срабатывает самоблок с таким характерным звуком. Сейчас включим понижаечку. Вот, прокручивается оба колеса с двух сторон. Но все равно этого не хватает. Да, и без блокировок едется. Смотрим, как проедет Патриот с имитацией. Набирает такой некоторый разгончик все-таки участники. Соболь, я думаю, сейчас проедет без разгона.
Сапалька все в круг заблокировано, плюс такая крутая резинка. Патриот без блокировок. Но с большими колесами. Патриот также проехал. Все-таки вот чуть-чуть они бухлюют, набирают какой-то небольшой ход и за счет этого проталкивают себя. Сейчас посмотрим, как пройдет УАЗ. Итак, усложняем задание, пробуем спуститься к речке. Че проехал тут, даже я вам не был, пускай еще раз едет. Поеду, попробую проложить новую траекторию. Итак, я проехал, не сказать, что тут было что-то суперсложное, но было сложнее, чем с первой диагоналочкой, там было совсем легко. Сейчас посмотрим, как пройдут остальные участники. А каждому последующему будет, конечно, легче, так как будут срывать уже слой снега и колеса будут цепляться. Все равно мотора ему несколько не хватает. Надо ставить турбину. Под роликом попрошу вас ставить лайки. Давайте наберет ролик 10 тысяч лайков, купим себе такой ЛуАЗ под проект. У него стоит только сзади, и как видите, задняя часть легкая, много не хватает. Дымит больно сильно. Давай, 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 давай. Заехал. Луазик, кстати говоря, колеса не подспускал. Я подспустился немножко. С луазика что-то подтекает. Что-то красненькое. В бой вступает соболек на блокировочках. Подспущенный. Пробует проехать Патриот без блокировок. Липучка стоит резина, что-то липучка не гребет, у меня шипы.
Все, заехал. Последний у нас патриот с имитациями блоков. Такой же, как у меня. О, кстати, там этот зарылся. Дорыли уже до льда, и патриот закапывает. Здесь уже, конечно, больше роль играет резина, ну и, конечно, наличие блокировочки лишним не будет. Вот она, кстати, диагоналочка, прям такая вот, настоящая. Так, спустя 5 минут патриот завершил упражнение, изрядно надымив, уже рассердившись, но проехал. Последний патриот с имитациями блокировок. Вот имитации, прям видно, как его подтаскивают вперед. То есть, если патриот без имитации, кстати, я тоже на липучке. Если патриот без имитации просто вставал и мылил, то этот как-то еще подвигается вперед. Шанс уже выше. Да, имитации блокировок делают свое дело. Вот две машины одинаковые, с одинаковой резиной, с одинаковой разновидностью резины. И вот с имитациями проехал. Молодец! Сузуки Витара. Сейчас посмотрим, как проедет он. Витара как-то едет очень легко. Прям аж завидно. Так, Витара завершает упражнение. Совершенно без труда. Поедем, поищем еще какие-нибудь преграды. Будет круто. УАЗик у нас что-то подзакипает все. Принудительный вентилятор у него включается. Кнопочка, что-то он не включается. Сейчас будем разбираться. В местных краях водится тут такая живность, прям стаями бегает. Фига, смотри, бежать. Блин, офигеть. Смотри, как они высоко. Что это вообще такое? Уважаемые зрители нашего канала, напишите, что это за животные. Мы не смогли их инициализировать, но они убежали. Пошла у нас уже такая оффроуд экспедиция, катаемся, в общем, пытаемся найти какие-то места интересные. На самом деле все подмерзло, снега еще не очень много, и сложность везде прям максимально лайтовая. Что-то УАЗик, по-моему, опять кипит. Причем что-то вообще прям задымился конкретно. Что ты рвать стал? Так, у УАЗика что-то подгорает проводочка. Подгорело нафиг все. Так, ну это что у нас вентилятор сгорел. Вентилятор, скажи. Сгорел вентилятор. Должен охлаждать, а наоборот греет. Где-то перетерлось, походу, дело, блин. Итак, из УАЗика выкинули пару ненужных проводов. Продолжаем движение. Теперь он без вентилятора. Охлаждение просто пока едет. Ну, вроде пока не кипит. Кодовое слово «лес». Ну,
Вот, наша часовая покатуха привела нас к оврагу. Сейчас мы будем через этот овраг проезжать. Все по очереди. Присоединился вот Джимник к нам. Будем пробовать штурмовать. Я открываю. Сначала попробуй на понижаечке, на первой закатиться. Вылет оба передних колеса, не заходит. Со второй. Всех предупредил, что покоряем подъем без разгона и с подножья, потому что разгона не интересно. Прямо с подножья. Если доехать до самого верха, то здесь еще будет создаваться диагональ. Вот я за счет блока там вылез, прям чувствовал, как он срабатывает. Витара залезает, такое ощущение, как будто у него блок где-то есть, прям как-то очень легко. Этот блок задний не срабатывает. Все, лазик забрал, я в него верил. Так, что там? Джимник снова решил. С разгоном, так все могут. Итак, патриот с имитациями блокировок. Все, давай. Вот прям видно, как срабатывает имитация, буксует правое колесо и левое ему немного помогает. В этом, конечно, плюс блокировки, что она постоянно перекидывает при пробуксовке. Ключайший момент. Ну вот, патриот залез со второго раза. Чуть-чуть посложнее, мне кажется, чем я, но заехал. Соболек разгон не набирает совершенно никакой. Он ему и не нужен. Заехал так. Итак, на очереди патриот без блокировок, без имитаций. Подспустил он все-таки немного колеса, я видел. Сейчас посмотрим, как зайдет. Возможно,
уже дополнительный блок, мы проводим сейчас новую проблему, мы будем перебираться. Также заехал, правда, взял небольшой разгончик. Сейчас возьмем еще какую-нибудь интересную траекторию. Вот. Для начала по-прежнему первую пробую на первой пониженной. Да, тут сложнее. Ты там покладки видно? Да. Даже УАЗ без блоков заехал, без разгона. Мне казалось, здесь должно быть сложнее. УАЗик пошел подспустить все-таки задние колеса. Так они будут лучше цепляться за грунт. К слову говоря, понижайки на УАЗе, кстати, нету. Забыл сказать, у него первая передача идет как пониженная, со второй он ездит. То есть какого-то джиперского преимущества в этом плане нет. Все, ездит Витара. Тем не менее, затащил, молодец. Ну, что и ожидалось. Увидеть Соболь залез без труда. Еще один патриот. С имитациями. Уже срыли, на самом деле, скользкий вот этот слой. Пошла уже прокладка маршрута с скучающими участниками. Сейчас попробуем заехать. Диагоналится наверху, блоков нету. И, соответственно, при таком диагональном подъеме наверху подвисает. Освобождается переднее одно колесо. Вот так хрустя там чем-то заехали. Попробуем задать такую конкретную диагоналочку. Пойду сразу с разгоном. Пойду и не зайду. И заехал. Не получается несколько проложить боковую траекторию с наклоном, так как крутится оба передних колеса и морду просто стаскивает в сторону обрыва. Ладно, посмотрим, как здесь заедут остальные. У УАЗа короткая база, ему тяжело даются такие резкие геометрические съезды, открываются задние колеса. Не срыт ледяной такой скользкий слой, и первые разы даются нелегко. Травка зелененькая под снегом. Смею заметить, очень тоненькие у него привода, трансмиссия очень такая слабенькая, но рассчитана на 40-сильный движок, все сделано так, без особых запасов.
ему буквально метр еще протащить, перед уже встанет наверх, и он заволочет. Хочется его так схватить и прям тянуть его за это. Что-то под конец перестал он тянуть, видимо, может быть, нагрелся. Назад, кстати, ему ехать еще сложнее, чем вперед. Но там не раскатано, там еще сложнее. И что-то у меня не очень хорошо срабатывает задний блок. Я смотрю, то брусь с оба колеса, то пока. Ну, зачтем. У рубежа Патриот с имитациями. Смотрим, как заедет он. Также стягивает его в сторону. Имитация вроде пытается прокрутить загруженное колесо, но немного не хватает. Решил взять немного в сторону, но там сложнее, скажу. Дай с разгону. Прям на дыбы, чтобы встал. Что-то он и с разгона у него не заходит. Вот они, не спущенные колеса. Это даже колеса не спустил. Вот она, лень. С разгончику зашел, но с разгону все могут. Так, Соболь на очереди. Ему этот подъем должен даться легко. По плану. Да, совершенно без труда заезжает. Многие нам говорят, какие у вас проходимые газельки в Тверской области. Жимник на отсечке также взлетает. Так, решил попробовать заехать там, где мы съезжали. Там нехилая такая грязюка. Не получается заехать сюда без труда. Передний бампер он так нормально сделал. В оффроуд стайле отрезал низ. Цеплял там на фаркоп себе грязище кучу. Решил взять немного в сторону. Как прокомментируешь происходящее? Ну, пока не едет как-то машина. В чем причина? Ямка глубокая. Глубокая ямка. Думаешь, разгон поможет? Попробуем. Все, вперед. Не помог разгон. Тут-то, видимо, не в разгоне дело. На самом деле, чем позднее проходить эту яму, чем больше участников проехало перед вами, тем эта рытвина с грязью станет глубже. Будет сложнее. Ладно, дождемся максимального уровня сложности. Вот.
Это даже Соболек с первого раза сюда не заехал. Нашли мы грязь зимой, минусовую температуру. Ах, Соболь прям. Подпрыгнул, но нет. Что задний блок, я смотрю, у него как-то не срабатывает. Одно колесо стоит. Штурман командует, что надо прямо. С разгона. Показывает. Изрядно оторвав переднее колесо, заехал. Ну, давай. Назад спускаться уже не хочется. Почти. Почти. Есть ветра наверху. Не заходятся. Хватает ходов подвески и немного мощности вынужден он ехать на низких передачах за счет небольшого объема двигателя и наличия небольшого совершенно количества лошадиных сил. Несколько это подводит. Трет с имитациями блоков. Вот здесь вот сейчас будет прям очевидно видна их работа, насколько они помогают. Диагоналка с грязи. Пока не зашел. Я думаю, будет еще попытка. Прям помогают, по очереди прокручиваются задние колеса. Но все равно несколько не завозит. Ну что, заедешь? Заеду. Давай. Задний бампер, как интересно, сначала выгнулся в одну сторону, потом выгнулся обратно. Взять в разрез. Пригородного бездорожья выходит на ринг. УАЗ. Интересно, дастся ли ему эта грязюка. Завязает. Стягивает по склону. В целом перед УАЗиком УАЗ выигрывает, ну, по большому счету, за счет дорожного просвета. Передние колеса повалились. Грязь. Ты подошел что-то посоветовать? Действуй. Надо. О, кстати, чуть-чуть. Ну-ка, давай. Блокировка что-то не работает.
все. Надо-то было ему немного. Вы идете заталкивать его? Да, мы идем на лошади на все. Так, пацаны впряглись. Сейчас все будет. Мы силы. Все, зачтем, заехал. Ну вот и подошел наш выпуск к концу. Выпуск с УАЗиком, УАЗами. Под роликом обязательно напиши, какая же из тачек тебе понравилась больше. Обязательно вернемся к теме УАЗов, когда немного все подтает и будет больше грязи. Там эта машина реализовывает себя значительно лучше. Также не забывайте использовать кодовое слово, которое вы услышали в ходе нашего выпуска. И переходите на сайт наших партнеров компании 4x4 Sport. Узнавать о своей огромнейшей скидке, которую вы получите на приобретение любых товаров. Ну а мы пошли искать новые интересные машины, новые интересные трассы. Кстати, если у тебя есть пожелания, можешь их высказывать в комментариях. Всем пока!